Всем привет! Сейчас я вам покажу результат моих ошибок. Ну, скажу вот этим видео, чтобы показать 6 наших таких котишков. Палечка. Покажу свою самую кошку, почему она странная. Так, сейчас покажу один своих ошибок. Смотрите, это наши дети. Ансенит трусы. Вот они два тут. Еще где-то. Вот два еще. Близнеца. Улитки. У нас есть еще тут. Как они называются эти? Золотые. Ладно, отойдем от них. У нас тут есть еще барбусы. И некоторые сейчас будут. А они живут в таком огромном аквариуме. А вот у них такой корм. Еще. И вот здесь это отверстие, вот у них есть вот такая вот чешуйка. Ну, мы не можем. Здесь у нас еще есть для них, для них тетрадка и всякие книжки, чтобы узнавать о них. Тут есть у нас, папа там сделал какую-то штуку, чтобы собирал от камней, собирал кор. И у нас были еще малинезии, но они умерли, к сожалению. Еще у нас были эти коридорусы, но они куда-то пропали, когда папа воду поменял. Они были там, когда он их поменял. А когда он залил их, залил воду, они куда-то пропали. Я не знаю, как так произошло. И где-то у нас еще коридорус. Вот коридорус. Вот коридорус. О, красавица. Ну ладно, всем пока. В следующем видео покажу вам жизнь своих кошаков. Всем пока!